Здравствуйте! Сегодня я хочу вам рассказать про шкатулку для рукоделия «Ренессанс». Шкатулка обита тканью с рисунком, а по бокам декорирована плетением. Ее размеры 17 на 28,5 и на 17 сантиметров. У шкатулки удобная большая плетеная ручка. Шкатулка закрывается на липучку. Внутри крышка обита атласной тканью, на ней карманчик на резинке и мягкая подушечка-игольница. Также пластиковый лоток с отделениями для мелкой фурнитуры. И большое отделение для крупной фурнитуры. Такая шкатулка – идеальный подарок для начинающей рукодельницы. Дарю!